Ну а сейчас вновь наш старый знакомый. Буквально несколько минут назад пилотажная группа «Соколы России» демонстрировала свой уникальный групповой пилотаж именно на этих типах самолетов. Это Су-35С. Теперь в кабине герой России, заслуженный летчик-испытатель, президент Федерации авиамодельного спорта России Юрий Михайлович Ващук. Итак, разрешен взлет, Юрий Ващук, Су-35С. И уже традиционно отпускает тормоза. Пошли обороты. Прямо перед нами, за что Юрию огромное спасибо и аплодисменты. Полный форсаж.
совсем недавно заходил в интернет, и одна из первых новостей в ленте информагентств о том, что российские Су-35 отогнали какие-то там F-35 наших партнеров от границ дружественного нам государства. F-35 могут делать, и которые могут делать Су-35. Понятно, чью пользу может быть преимущество в воздухе. И благодаря выступлению Юрия Ващука, президента Федерации авиамодельного спорта России, героя нашей страны, заслуженного летчика-испытателя, никаких сомнений в этом у нас не остается. И для вас на посадке Су-35, передняя стоечка в воздухе. Аплодируем, Юрий Ващук. Сегодня на МАКС-2019 достаточно сказать только Су-57. И еще добавить, что за штурвалом этого многофункционального комплекса герой России, заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот компании Сухой